Поговаривают, вроде бесплатный будет по этому поводу из-за блокады. Что такое бесплатно? Отпуска? Ну да. Ну вот, нет, укороченная рабочая неделя будет. Вот. То есть мы не 5 дней будем работать, а будем работать там или 4 дня, что-то такое неделю. Конечно, сказывается на заработной плате. А вы общаетесь вот с людьми, которые блокируют? Да нет, я не начальство с ними общается. Ясно. Ну а в целом, вот по-человечески просто, как вы, что вы думаете об этом? Не, чтобы не делалось, оно не зря. Ну, не знаю, как, кто считает. На войне не разберешь, Дима, что оно. Хлопцы, я вам привез французскую прессу. Ура! Тому можете передавати привіт француженкам, з якими ви дуже заскучились. Люся. Люся. Люся, иди сюда. Люся, иди сюда. А ты не впустим. Иди до Вовчика, иди. Вот, а диви, вони вже подружилися, все. Ахмед вийшов на... Ми вас, типа, введемо в контактну групу по обміну полонених. І що далі? Нам що легше стане? Ми сказали, 20 чоловік, от мами їдуть забирати, приїжджають, і ми знаємо, що ми перемогли, да? Десь чуть-чуть. Вже якийсь крок до перемоги зроблений. Яким чином Ахметов може вплинути на рішення щодо звільнення полонених, якщо вони контролюються бойовиками, які в свою чергу контролюються росіянами? Ну, він якось там працював 3 роки. Він ж якось домовився про взагалі функціонування підприємств на тій території. Він якось домовився про переміщення вантажів. Тобто це він з кимось фізично мав говорити. Якщо полонені вони цього ніколи то знову відновиться транспортне сполучення. Я не можу відповідь на це питання дати, бо тому що я ще раз кажу, я не приймаю рішення. Молоді люди, нічого, що у нас кухар, нам треба приїхати в город. А чого тут молоді люди? Потому что мы когда родители работаем. Три минуты. А люди думают, что мы еще перекрыли дорогу. Нет, мы дорогу не перекрываем. Проезд по дороге через цей переезд вольный. Как бац, просто возьми. Где-то там дали. А ты помнишь, это его який сам? Майдан устроить. Це ж взагалі виглядає нескладно зовсім розблокувати. Якщо прийдуть люди, досить швидко зможуть прибрати це з треєк. Це чисто психологічний фактор. А як він працює? Ну, місцеві ось вулиця, місцеві часто приходять, кажуть, що ви правильно все робите. Хлопці, хто хоче сказати пару слов, може дати привіт. Сказать, что приезжали, сказать, что вы тут делаете. Мы приглашаем своих побратимов, друзей, чтобы они приезжали на блокаду. И сегодня я зателефонував всем своим друзьям, чтобы они приехали до блокады, поддерживали нас, чтобы торговля на крови все-таки прекратилась. И наших побратимов в полону вернули. Дякую. Дякую. Хотел а бы сказать, Харківщина. Тот же Харьков. У нас тут не очень светло, сейчас попросим посветить лихтариком. Олигархи, проплатив макароны, забыли проплатить фонарь, поэтому светим тем, что есть. Будь ласка. Вы тут сами готовите, чем вам привозят? Нам в основном помогают местные. Да, местные патриоты готовят и привозят. Ну, если у нас есть время, ночь, делать нечего, сами можем готовить. Oh.
сало в количестве 16 килограмм можете ввозить с собой. Да, куда мне его давать? На любую отдать и спальные мешки. Давайте я вам отдам, а вы там кому хотите. Я же должен отдать. 15 штук спальных мешков, один оставлю, да, типа? Как? Да не. А, я понял. Все 15. 15 сапоги прорезиненные, что? Тоже сапоги тоже есть, да? Все есть, да? Да, вот сапёрные лопатки. Сапёрные лопатки лично у меня в руки, я сам заберу. Понял. Сало в количестве, сало, да. Ну, так куда я буду вести его? Ну, давай, я оставлю, да, и все. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к блокаде железнодорожного сообщения? Нормально в каком смысле? Поддерживаете? Положительно, можно сказать так. Объясните, почему? Как почему? Блокада почему? Зачем сделали? И не было торговли во время войны. До свидания, до свидания. Никак. Так, как и все. А как все? Вот у них и спрашивают. В Италии не будет никаких. Почему? Потому что мне не желание на эту тему разговаривать в нашей сложившейся обстановке. Это опасно? Я так думаю. Все, я сказала, меня не трогайте. Хорошо. Сейчас опасно вообще говорить что-нибудь. Да. А когда будет стоять, поезд не пройдет. И не дадим нашим барыгам торговаться с ними. О, Белиград, заходи и передавай. А когда был срезан этот... Я не знал этого. Сами эти работники железницы подошли. Нам самим сообщили. Даже не знали. Кто это сделал? Ну да, мы не знаем. Сочувствующие люди. Какие-то невидимые патриоты. Да.